Всем привет! Я Денис Курбатов на канале SubL и продолжаю серии Life Stories. Еду в направлении Ленинского, ныне Новокадагского района, вдоль стены ЮМЗ по Криворожской. Как быстро сменяется ландшафт города, городка на лесопарк. Вот такие вот примечательные места рядом, практически не выезжая из города. Ссылочку на них дам в описании. Конечно, цивилизация ощущается и не самыми лучшими проявлениями в виде мусора, ну и соответствующего запаха иногда. Но ведь достаточно необычно еще в городе, а прям как в лесу. Район находится в западной части города, создан в 1940 году под названием Ленинский район. Вот так легко организовать мини-маршрут здоровья в природном месте. Далее планирую показывать примечательные природные места, практически не выезжая из города. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Пока!